Гродзенскія рэгіёны з рабочым візітам наведаў старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Беларусі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар Лісковіч. У праграме паездкі наведванне аграгарадка Князева ў Зэльвінскім раёне, аднаго з ваўкавыскіх прадпрыемстваў, азнаямленне з вытворчасцю і сустрэчы з рабочымі калектывамі. Першай кропкай стаў горад-спадарожнік Гродна, Скідзель і мясцовы цукровы камбінат. Штодня Скідзельский цукровый комбинат вырабляет 350 тонн продукции. За сезон 145 тысяч тонн цукру. На заводе наладжена вытворчасть из подорожных продуктов – меласы и буракового пресса, якія запатрабаваны у галіне жывёлагадоўлі. Дарэчы, большая частка продукции, отзначаюць на вытворчасці, ідзе на экспорт. Сёння 30% поставляется у Россию, яшчэ 30% у Казахстан, остатнее – Украины Сярэдняй Азии. Падчас рабочей поездки у регион Виктор Лісковіч, старшыня постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Беларуси по адукации, навуце, культуры и социальным развитии ознакомился с работой Скидельского цукрового комбината. Технологичность процесса не нарушается, и понимая, что это очень сложное производство и требует повышенной такой ответственности, чтобы не допустить производственного травматизма, все делается для того, чтобы человек пришел здоровым и ушел с предприятия. Дарэчы, на комбінаце сёння працуе 715 чалавек. З невялікай часткай калектыву Віктар Лісковіч правёў сустрэчу. Размова шла на злабадзённыя тэмы. Жыхары агучылі шэраг хвалюючых пытанняў. Напрыклад, праблему адсутнасці на працягу амаль паўгода ў адным з мікрараёнаў горадаспадарожніка гарачага водазабеспячэння. Прагучала і пытанне наконт магчымасці добраўпарадкавання берагавой тэрыторыі і рэчышча Котры. Усе праблемы было адзначана ўзяты на кантроль. Дарэчы, апошняе пытанне было ацэнена непасрэдна на месцы. Падчас размовы одной из приоритетных была тема проведения областного свята Дажынкі. При поддержке областного исполнительного комитета и при непосредственном таком активном участии председателя районного исполнительного комитета Яна Яныча Василевского ведутся большие различные виды работ, большие объемы. Порядка 30, больше 30 миллионов рублей будет затрачено на проведение дожинок, и это станет еще одним излюбленным местом жителей Гродненского региона. Так, город-спадорожник Гродно активно рыхтуется до областного свята працаўнікоў села. Проведен капитальный ремонт домов, протягивается обновление мясцовых дорог. Масштабные работы ведутся и на объекте Дом культуры. Там после ремонта разместится сучасный кинотеатр. У побудову частково пераедет школа мастацтваў. На данном этапе вырашается пытание про ремонту больницы. Распрацавана проектно-каштарысная документация для нового дитячего садка. Подчас рабочей поездки Виктор Лісковіч наведал так само Зэльвінскі и Ваўкавыскі районы. На сахарном заводе в Скиделе, в городке Князево, в больнице Зэльвінскай, в Доме культуры в Зельве, здесь в Ваўкавыскі на мясокомбинате. Вот еще что одно. Есть общий знаменатель, который их объединяет. Желание людей работать и гордость за то, что они делают. Як прогучала, знакомство с житем и працей людей у разных кутках региона дает магчимость больше пленно працавать над вырашением проблем и наденных задач.